мы отклонились от основной улицы и пошли вот в такой переулочек, можно так назвать, такой дворик. В этом дворике у нас вот слева Инстаграм. Ин, то есть внутрь, а 100 грамм вам переводить не надо. Так, вот мы сюда зайдем, да? Пошли зайдем в Ин 100 грамм. Вот тут народ фотографируется и инстаграмится, понимаете? Так вот. Так, а что за зал? Мама родная, тут танцы, наверное. Танцевальный зал? Здесь разные мероприятия тоже. Слушайте, здоровенный зал. Очень серьезный зал. Тут мероприятия всякие, да? Ну, пойдем отсюда. Мероприятия нет, чем мы тут будем? What would you do if you were not afraid? Да? Если бы ты не запугался, что бы ты сделал вообще? Пошли. Ну, это хорошая мысль. Психологическая такая хохмочка, да. Это правда. Многие люди ни в испуганном виде, ни в абсолютно расслабленном, ничего такого все равно бы не сделали. Так, на эту тему есть масса анекдотов. Visual history of Instagram. Понимаю. Так. Вот, друзья, будет возможность, тоже сделайте такую фотку и отправьте на Instagram. О. А это, друзья, у нас музыкальный клуб. Тут вот пианинки, гитарки. Кто на чем, значит, гораст, может прийти и фигачить. Да, тут много можно нафигачить. Главное, что народу много, никто никому не мешает. Правда, там каждый свое играет. Вот, и все хорошо. Так, ну-ка, держите-ка камеру. Так, сейчас мы попробуем что-нибудь. А то что я все Facebook да Facebook снимаю? О, настроенная. Ой, друзья. Ой. Вы далеко-то не отходите, звука не будет. Непутевая, о, портновая, Донатестера обучилась, жизнь новая, масть бубновая, в одночасье со мной приключилась. Дать против полюбился мне ковбой, оказался голубой, теперь ядрёна прерия, ой, никому не верю я. Тут явно место для приема пищи. Значит, столики и напиточки всякие. Так и подмывает, друзья, так и подмывает. Но я держусь. Я держусь. Потому что что? Главное, главное – здоровье. Здоровье важнее халявы. Ой, ё-моё, это уже из дорогих. Это из совсем даже не дешевых. Тут есть у них вещички-то. Есть. Есть, есть, есть. Бананчики. Нет, тоже не буду. Тоже не буду. Ой, господи, бутылку воды, что ли, взять? Возьмем бутылку воды. Пусть будет. Память будет. Вот. Будет память. Напитки. Такое ощущение, что люди тут не доедают, знаете? Так. Идем дальше. Так, что-то там на стене у нас. Мехико. Так, что вы там выбираете-то? Здесь на основе статистики, которую получает Инстаграм, да, можно посмотреть, сколько из разных стран. Ну. Дай им Бог здоровья, что же это? Вот такой экран красивый, большой. Весь мир. А так все больше-то вокруг Америки крутится, так я смотрю. Да. Мехико. Total visitors. 45 миллионов в день из Мексики. А из Америки? А из Америки 156 миллионов-то. Есть, есть разница. Давайте Россию. Есть Россия-то? Европа. Сейчас он пошел. По Европе пошел бродить. Так. У него там меню. Вот видите, прокручивает, прокручивает, видите?
нажал на Рашу. Так, сколько у нас из России? 4,9 миллиона. То есть так, почти в 10 раз меньше, чем из Мексики. Ну, это понятно на самом деле. А тут народ, значит, брейнстормит. Ну или может просто пожрать что-нибудь тоже. Тоже можно. Да? Или так сядут там, понимаешь, и сидят. Вот можно так сесть в коридорчике и сидеть себе тихонечко, разговаривать. Вот вы видите, друзья, стену в Китае, когда вот раньше демократия была такая коммунистическая, там вывешивали дзыбао. Это такие стенные газеты. Были места, где можно было вывесить дзыбао. Вот и здесь тоже многие по-китайски пишут. А здесь, это смотри, по-русски никто не пишет. Типа, а пошли бы вы все в Google, да? Чтобы здесь не ходили. Ну, в общем, можно что-нибудь написать. Ну, дайте я что-нибудь тоже напишу. Я бы, конечно, стер половину, а потом бы написал. По привычке такой, знаете, нашей. Ну, давайте что-нибудь такое яркое. Тут много фломастеров разных цветов. Это плохо, когда выбор дают. Так, держите, вот я взял вот такой цвет. И я напишу, друзья, не то, что вы думаете. Не то, что вы думаете. Я напишу слово из трех букв, которые берегут мужчины и за которые переживают женщины. Это слово «мир». Мир. Пишется с трудом, друзья. С жутким трудом все это пишется, но я через силу написал хорошее слово, доброе. Поскольку, друзья, у меня свой, мой селфончик со мной, мы сейчас заснимемся на Инстаграм, и те, кто не знает нашего Инстаграм-аккаунта, пусть посмотрят Silicon Valley Voice, а те, кто нас на Фейсбуке знает, там будет тоже туда отправлено. Давайте я сейчас залезу в машину, а вы будете меня снимать. Сейчас, друзья, будет аттракцион невиданной смелости. Мы залезем вот туда наверх, и я оттуда для вас буду снимать. Это мы тоже видели в Инстаграме, так, судя по надписям. Тут люди сидят. Тут там нельзя. А? Под нельзя. Там нельзя снимать. Там, где люди работают, нельзя снимать. Так. Понял. А? Да. Так мы куда движемся-то? Вот такие потолки у людей, друзья, над головой. Вот так они работают. Все открыто. Мы, друзья, совершаем... Господи, что это? Памятники? А, шахматы играть, понял. Мы совершаем пешее восхождение на уровень... Сейчас будет второго этажа. Да. В стиле, знаете, средневековье сталкивается с миром информационных технологий. Мы так, как рыцари в доспехах и одновременно технологии. Заходим, дверь сама открывается, друзья, это достижение современных технологий. Слушайте, опять тут люди жрут? Ты смотри, всюду жрут. Куда не зайдешь, это неплохо. А спрашивают, говорят, почему американцы, говорят, полные? А ты попробуй вот так. Так, ну чего, пошли на улицу, правильно? Нам лестница нужна. Так. Так. Вот эта лестница второго уровня. Где третьего, не знаю. Вот, над нами есть. Я вам немножко сниму в одну сторону. Вот туда. Так. И теперь попробуем развернуться. Может быть, солнце с той стороны? Немножко. Немножко есть солнце с той стороны. Сейчас попробуем. Вот так вам заснять. Здесь проходят всякие курсы повышения квалификации. Вот видите, там и такое табло. На нем написано там, кто, когда, чего, под какое мероприятие занял. Да, куда это мы попали? Что это? Bootcamp. Вот здесь интернов получается. А, практикантам дают путевку в жизнь. Вы видите, друзья, что творится? Значит, тут всякий полезный товар по мелочи. Если кому чего нужно, можно прийти и на халяву, но по факту наличия бэджика. Вот, да? Значит, взять чего надо. Цена написана, но бесплатно. Потом не вычитают ничего? Нет.
вы можете массу полезных вещей набрать тут на свой бэджик-то. Да, но это не будет незаметно, я согласен. Здесь потолок еще более впечатляющий. Вот там над нами еще один этаж. Вот. Так, хорошо, все. Наши зрители из Казахстана, ну и заодно уже, можно сказать, других республик Средней Азии, могут порадоваться. Вот, пожалуйста, тут не просто написано, а это еще для слепых, тут можно руками нащупать. Комнатка такая называется. Говорит, где у нас сегодня митинг? В Казахстане. Вот, может показаться, что мы где-то в Нью-Йоркской подземке, в таких катакомбах. Нет, нет, мы просто на следующий этаж поднимаемся. Мне кажется, это стилизация такая. Да. Да. Меня все время так как-то мотивирует, чтобы я не снимал там, где люди сидят. Я понимаю, что вам как раз это интересно, но вот они там сидят далеко, вы знаете. Я навести ближе не могу, но вот они там сидят. Вот мы и на третьем этаже. Там флаг индийский, флаг лесбийский, гомосексуальный, еще какие-то флаги. Да, так даже световая гамма немножко перекликается. Так. Так. И вот мы уже на третьем этаже вот этой самой лестницы. О, там все-таки лучше подальше видно. Там вот горы сзади. Так, вот. Видно, где это все заканчивается. Да, здесь существенно другой вид. Так, так, так. Вот оно. Где? День независимости Индии. День независимости Индии написано. Горжусь, что я индус. Да. И так тоже люди работают. Видите, там взял, делаешь, что надо делать, там все ноутбук дела. Ноутбук с собой, да, шнурочки, все есть, там подключился. И работай на здоровье. Да, тащи телевизор, может там включить что-нибудь развлекательное. Да. Так вот они сидят, работают. Все. Друзья, больше, чем это, я вам не покажу. Издалека это выглядит как грот. Грот. Я думаю, что можно там сесть с лэптопом, и никто не выгонит. Вот если кому-то нужно там сидеть. Вот, друзья, приходите, если что. Сядете вот тут. Никому не мешаешь, правда? Да. Комната интервью. Да. Вот. А кто придет на интервью, вот вам, пожалуйста. Вот вам написано интервью рум. Мест немного. Но я вас умоляю. Хватит на всех. Здесь можно дистанционно по системе принимать. А, можно интервьюировать удаленно. Я понял, да. Хорошо, хорошо. Глазам не верю, друзья. Это флаг Новой Зеландии, мне кажется. Иначе бы, что он там делал? Еще. Зачем нам флаг Новой Зеландии? Наверное, кто-то прямо оттуда и приехал. Друзья, слово пицца, вы же знаете, я же не должен вам переводить. Круглые сутки, можно сказать. Ну или, скажем, весь рабочий день. Работают пиццы, можно прийти и покушать. Но мы не берем, мы не такие. У нас диета.